Всегда можно попытаться что-то изменить. Это должно было быть простое совещание с министром транспорта. А я предложила ему прокатиться на автобусе. И на мое удивление, он согласился, и мы поехали. Ну, вы представляете, пригородный маршрут, давка, огромное количество бабушек. И каждая из них хочет поговорить с министром. Мы тогда из этого автобуса еле вышли. Но зато сразу же после сюжета ввели дополнительный автобус на маршрут. И людям стало проще ездить. Для меня это не просто работа, это больше, чем новости. Полина Кольт. Новости Прима.